Мы сейчас укладываем вот этот. Он самый простой. Это открытый способ. Здесь будет по улицам, которые асфальтированы, здесь будет метод ГНБ. ГНБ – горизонтально направленное бурение, позволяющее не нарушать асфальтовое покрытие. Таким методом будут прокладывать газовые трубы в той части села, где улицы уже сформированы. Всего около 3,5 километров. Здесь же на окраине, на новой улице Спортивной, роют траншею. Здесь сейчас идет самый простой участок, идет разработка траншеи вдоль дороги. Дорога потом будет восстанавливаться. Сейчас здесь порядка 600 метров. В бригаде 4 человека. С помощью экскаватора выкапывают траншею, но и руками приходится поработать. Привезли песка, 40 кубов. Идет подсыпка, присыпка, укладка трубы. Сверху трубы укладывается лента сигнальная, чтобы на тот случай, когда будет разработка, чтобы не повредить трубу. Все делается по нормам, по стандартам Российской Федерации. Команда Юрия Глиненкова планирует выполнить все работы до Нового года. Возможно, как говорит прораб, придется усилить бригады. Желающих получить газ в Молокове предостаточно. Заявки уже подали порядка 80 собственников домовладений. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.